Здравствуйте, дорогие друзья, не забудьте подписаться и поставить лайк. Сегодня в программе. Будет ли новая волна? Ученые верят, что второй вспышки COVID-19 можно избежать. В Сагдийской области милиция бесплатно раздает маски нарушителям. Таджикские каналы запустят телеуроки для учеников 9 и 11 классов. В мае медики отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, поэтому есть шансы, что второй волны COVID-19 можно избежать. Душанбе, Спутник. Последние научные исследования говорят об ослаблении коронавируса, это позволяет ученым надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет. Об этом рассказал РИА Новости известный итальянский вирусолог, проректор Миланского университета Вита Салюта Сен Рафаэлло и Массимо Клементи, Мессимо Клементи. Он отметил, что еще в мае итальянские врачи заметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких, рассказал профессор. По его словам, одновременно увеличилось и количество зараженных, которых можно было лечить на дому. Итальянские специалисты решили разобраться в ситуации и начали проводить исследования. В результате им удалось выяснить, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была в десятки раз выше, чем в конце мая. Клементи считает, что улучшение клинической картины в стране связано именно со снижением вирусной нагрузки. В связи с этим можно предположить, что ослабевать начал и сам коронавирус. Профессор также рассказал, что к такому же выводу пришли и британские медики. Они установили существование определенных зон генома вируса, где происходят мутации. Также специалисты выяснили, что вирус очень пластичен и приспосабливается к организму человека именно посредством различных мутаций. Микробиолог считает, что на основании этих данных открываются благоприятные перспективы развития пандемии, поскольку во всем мире эволюция вируса идет в одном и том же направлении. Клементи предположил, что скоро новый вирус настолько ослабнет, что, как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь обычное респираторное заболевание. При этом, согласно его прогнозу, если вирус станет менее вирулентным, то второй волны COVID-19 этой зимой не будет. В Сагдийской области группа сотрудников милиции ежедневно отслеживает соблюдение мер безопасности по профилактике COVID-19 со стороны водителей и пассажиров, сообщает пресс-служба областного управления ГАИ. Они проводят проверки на главной улице Махали-Пахтакор, на центральной улице территории рынка Паньчжанби в Худжанде, а также на трассе Худжанд-Гафуров. При этом, согласно результатам рейдов, многие жители игнорируют установленные нормы и не носят маски. Сотрудники ГАИ сначала проводят разъяснительные работы с такими нарушителями, а затем бесплатно выдают им защитные маски. Напомним, 11 июня милиционеры Сагдийской области провели серию рейдов по рынкам области и проверили соблюдение жителями и продавцами санитарных норм. В результате они обнаружили массу нарушений масочного режима и выявили, что некоторые продавцы не соблюдали санитарные нормы при продаже продуктов питания. Таджикские телеканалы «Софина» и «Бахаристон» запустят передачи дистанционного обучения для учеников 9 и 11 классов, сообщил «Спутник Таджикистан», источник в Министерстве образования республики. По данным ведомства, видеоуроки для 9 и 11 классников будут проводиться с целью полного освоения учебного плана, а также для подготовки к вступительным экзаменам в средние и высшие учебные заведения. В рамках первого этапа уже разработано 120 телевизионных уроков с соблюдением требований образовательных программ. Продолжительность каждого занятия составит от 15 до 20 минут. Таджикским учителям рекомендовали следить за поведением учеников на каникулах. Также Минобразование Таджикистана планирует транслировать анимационные фильмы для детей дошкольного возраста и учащихся начальной школы. Дорогие друзья, не забудьте подписаться и поставить лайк.